Яви. Яви. Модуль электросцепления.
Когда я приехал, ты сказал ничего серьезного. Я специально уточнил. Значит, ошибся. Поищи другую мастерскую, где не спросят, зачем одинокий кочевник крутится у границы. Агрессивный силуэт, совершенная аэродинамика. Он разрезает воздух словно... Окей, отойди. Что? Ты хоть знаешь, что делать? Я хочу обойти модуль и замкнуть провода. Компрессор будет молотить. Заглохнет еще. Твоего мнения не спрашивали. Бойня! Врут! Отдайся инстинктам! Что получилось? Ну, а я что тебе говорил? Нет, нет. Неплохо. Вопрос только, сколько выдержит? До Найт-Сити доеду, а там уж что-нибудь придумаю. Ну да. Ну вот, как два пальца. Это не ремонт, а халтура какая-то. Ты бы еще на жвачку все прилепил. Мне главное, чтобы работало. Я ищу человека по имени Джеки Уэллс. Может, вы его... Шведская академическая премия по литературе объявила нового лауреата. Антенна на этой херне не слишком мощная. Особо много не услышишь. Да что ты говоришь? Здорово, Майк. Не знал, что у тебя клиенты. Он тут пару часов как. Я думал, он к тебе заезжал. Не принимай близко к сердцу. Сейчас решим вопрос. Тебе не говорили, что в городе первым делом надо показаться шерифу? Рассказать, зачем приехал, выпить с ним чашечку кофе. Не волнуйтесь, я надолго не задержусь. А я тебя разве об этом спрашивал? Это 54-й канал. Время, место. Меня зовут Эндрю Джонс. Слышал, наверное? Да нет, не случалось. Последнюю войну я служил в спецназе. Знаешь серебряных сёгунов? Число нападений на непричастных к столкновениям людей... Нет, первый раз слышу. Тем не менее, в целях безопасности... Кажется, мы не поладим, да? ...уровень угрозы в регионе до второго. Старайтесь избегать второстепенных дорог.
Мы будем и дальше держать вас в курсе. Ты что, из кочевников? Я мог бы догадаться. Я так понял, вам что-то не нравится? Я тебе скажу, что мне не нравится. Меня воротит от таких бродяг, как ты. Где лагерь твоего клана? То есть вы тоже верите всему, что говорят по телеку? Типа кочевники — это главное зло всего мира? Нет. Просто я уважаю закон. Корпорации навели здесь порядок. Я не хочу, чтобы его нарушали. То есть корпораты вам платят, а вы у них как пес на цепи? Ага. И если не ответишь на мой вопрос, увидишь бешеного пса. Говори, где твой клан? У меня нет ни клана, ни лагеря. Я здесь один. Ну да, конечно. Кочевники всегда держатся вместе. Моя семья распалась, поэтому я и еду в Найт-Сити. Значит, ты изгой даже среди изгоев. Надеюсь, ты не собирался тут поселиться навсегда? Я слышал, это место славится гостеприимством. Приятно было в этом убедиться. Мы очень гостеприимны. При условии, что гость умеет себя вести. Я по дороге видел передатчик и вышку. У меня сломалась антенна, а мне надо кое с кем связаться. Никто тебе экскурсии устраивать не будет. Вали, пока я добрый. Ты и так уже тут слишком долго торчишь, как по мне. 166 и 101. Свидетели считают причиной... Я же сказал, мне проблемы не нужны. Ну так и езжай отсюда, если не хочешь их найти. В целях безопасности полиция решила...
Привет. Прием! Прием! А, вот. Наконец-то. Вилли Маккой. Рад тебя слышать. А, не могу разделить твои радости. Почему это? Ты бросил клан. Я тебе больше не помощник. Не знал, что ты такой пугливый. Я принципиальный. Правила есть правила. Без них система работать не будет. Кочевники получают здесь работу, потому что это их земля. Если бы ты был с баккерами, проблем бы не возникло. Надо было присоединиться к змеиному народу, когда твой клан так решил. Змеиный народ может пойти нахуй. Мне нужна твоя помощь. Последний раз. А, опять последний раз? Мне надо понять, куда клиент уехал с моим товаром, а тут никакой связи. Окей. Скажи мне, ты вовремя приехал на место встречи? У меня сцепление накрылось. Я и досюда-то чудом доехал. Может, клиент оставил сообщение? Проверь, пожалуйста. Так-с. Ладно, только это в последний раз. Как его звали? Джеки Уэллс. Есть сообщение. Он ждет тебя на ферме. Отправляю его координаты. Спасибо, Вилли. Я у тебя в долгу. Это точно. Смотри, не получи пулю. И не звони больше.
Наконец-то. Я уж думал фермером заделаться. Надеюсь, ты меня ищешь? Это ты, Уэллс? Джеки, por favor. Я Ви. Тебе, кажется, надо перевезти какой-то груз? Там, откуда я родом, сначала рассказывают о себе, а потом говорят о деле. Традиция или вежливость. Так ты человек с принципами? Принципы – полезная вещь, Каброн. У тебя могут забрать все, но их не заберут никогда. Ну ладно, тогда начнем с тебя. Я родился в Найт-Сити. За Хейвуд всех порву. Мне это ни о чем не говорит. Я не был в Найт-Сити. Представь себе место, где каждый твой брат, сестра или хотя бы двоюродный племянник. Ха, да, понимаю. Вы можете друг другу не нравиться, но вы семья. А, вот это Хейвуд. Только у каждого при себе ствол. Теперь ты. Тогда, можно сказать, я тоже вроде как из Хейвуда. Ну что, тогда мы с тобой поладим. Наш товар. А что внутри? Меньше знаешь, крепче спишь. Поэтому лично я понятия не имею. Ты правда не знаешь, что мы везем? Это же краденый груз корпоратов. Прямо сразу и краденый. Один мужик потерял, другой нашел. И передал дальше, вот и все. Этот, эффект бабочки, или как там его? И ты уверен, что груз не будут искать? Вопрос не в том, будут ли искать, а в том, найдут ли до того, как он пересечет границу. Ну, давай загружать. Ауэво. Я уж думал, ты не приедешь. Да, меня задержали. А потом пришлось еще тебя искать. Ясно. Я решил не торчать на виду. Местный шериф, похоже, редкостный мудила. Да уж. Тяжелый, сука. Ну так что, едем? Решил уточнить. Слушай, друг, мы оба профессионалы. Скажи, ты же это, раньше перевозил контрабанду? А ты что, нервничаешь? Я? Por favor. Ну, может, немного. Сканируют и проверят бумаги. Окей. Говорить буду я.
оставайтесь в машине. Сейчас начнется проверка безопасности. Зараза, чувствую какую-то подставу. Хватит, они сразу поймут, что ты на взводе. Возьми себя в руки, блядь. Ладно, ладно. Дай мне документы, они точно их попросят. Держи. Посмотрим. Тут отметка УПП. Отлично. А что это значит? Утеряно по прибытии. Такие метки ставят, если груз должен потеряться после пересечения границы. Так они знают про контрабанду? Нет, но сейчас узнают. Владелец машины на контрольной полосе вызывается для беседы. Чингада мадре. Что теперь? Если мы хотим, чтобы офицер закрыл глаза на поддельные документы, нужно его подмазать. Где у тебя чип с нашей взяткой? А, да. Из головы вылетело. Ага, вылетело, конечно. Двигатель глушить не буду. На всякий случай. Окей. Руки за голову! На землю! Лицом вниз! Живее, повторять не буду! Да что я сделал? Не трогайте его! Пройдите в здание на таможни землю. Безотлагательно! Отдаю я! Если есть оружие, положите его сюда. Зайдите в комнату номер 2. Комната 2. Садитесь. Бумаги. Я знаю правила, тут все есть. Может, есть, а может и нет. Посмотрим. Что перевозите? Там все есть. Прямо все? Вот, еще небольшое приложение к документам. А, вот как. Напомните, на какой кочевой клан вы работаете? У меня нет клана. Я работаю на себя. Смело и не слишком умно. Честное слово, смотрю я на таких, как вы, и радуюсь, что не сижу с той стороны стола. Понимаю. Взаимно. Идите. Ваш напарник ждет вас в автомобиле. Отдайся инстинктам! Не забудьте забрать свои личные вещи. Каждую ночь твердое тело для твердого духа. Осторожней с этой штукой. И добро пожаловать в Найт-Сити. Этим мелким говнюкам кажется, что Найт-Сити — это рай какой-то. Ну а как иначе? Они молодые, наивные. Мозгов у них в голове еще. Ну как все прошло? Сейчас расскажу. Отъедем подальше. Понял, ладно. Говори уже, чего там у вас было? Да таможенник, козел, прицепился. А не должен был? Ну, не до такой степени. Думаешь, будут неприятности? Рули, Джеки, просто рули. Сюда кто-то едет. Как мне все это не нравится. Немедленно остановите машину. Жми на газ, Джеки! Окей. Вы перевозите украденный груз, который принадлежит корпорации. Повторяю, остановите машину! Блять!
Мы их скинем! Пронесло. Мы оторвались. Мне и так-то нервы ни к черту. Жми дальше. Рано выдыхать. Тут вроде все заброшено. Остановимся, разберемся кое с чем. Потом поедем дальше. Твою мать! Чуть за жопу не взяли! Перевезли груз, называется! Чингадо! Все должно было пройти гладко! Без проблем! Да что ты завелся? Всякое случается, хватит! То есть у тебя такое не в первый раз? Пограничная охрана донесла корпоратам, что мы везем их товар. То есть любой таможенник может нас отыметь, если его левая пятка захочет? Без последствий? Он рискнул. Предположил, что нас не поддерживает клан. И он был прав. Что дальше? Меня только одно интересует. Ты так и будешь ныть или доведешь дело до конца? Честно скажу, я без гроша. Заплатить мне тебе нечем. Сначала спихну эту корпоратскую поеботу, а потом уж раздам долг. А, я типа буду сидеть и терпеливо тебя ждать. Вообще-то я не собирался тебе платить. Спасибо за честность. Да, пожалуйста. Ну, и что теперь? Теперь посмотрим, что в ящике. Открывай. Твоему клиенту не понравится, что ящик открыт. Еще, не дай бог, сделку отменит. Дошел бы клиент нахер. Настало время работать на себя. Без комиссий и посредников. А если искать нового покупателя, надо же знать, что я продаю. Твою мать! Тут написано Арасака. Мы обворовали очень крутую корпу. Значит, заработаем крутые деньги. Ну, мамец! Игуана! С малых антильских, наверное. С каких еще антильских? Передачу видел. Этот вид вымер 30 лет назад. Он водился на малых антильских островах. Далеко же тебя увезли, хвостатая моя. Думаешь, на ней можно заработать? Конечно. Нам обоим хватит надолго. Нам? Да, напарник. Бабло пополам. Ну, хороший фиксер быстро сбагрит это чудо богатому еблану. Жалко будет ее отдавать. Всегда хотел зверушку. Я уже имя придумал. Мэнни. Да, кстати. Уже есть идея, чем собираешься заняться в Найт-Сити? Да если б я знал. Последние годы я провел в разъездах между штатами со своим кочевым кланом. Так, наверное, они будут тебя ждать? Не будут. Мы решили разбежаться навсегда. Должно быть тяжко, когда не к кому вернуться. Да ладно, не ссы. Я найду для тебя угол. Надо же тебе где-то жить. Всегда хорошо, когда есть те, кто поддержит. Семья там, например. Может, и ты свою найдешь в Найт-Сити. Спасибо, будет круто. Да ладно, ерунда. Мы же одного поля ягоды. Я бы поработал с тобой еще, напарник. Эй! О, какая она ласковая.
Ладно, напарник. Берем ящерку и валим отсюда побыстрее. Привет, привет, Найт-Сити! У микрофона Стэнли, мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебя приют, а потом останавливает на улице и спрашивает, закурить не найдется? Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями, как Морган Блэкхенд и Уайланд Бобо. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но в высшем виде люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь. И тем больше шансов поймать пулю. Сами знаете, где сейчас большинство легенд Найт-Сити? На кладбище. К счастью, абсолютно насрать, с чего ты начинал и откуда приехал. Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал. Это Найт-Сити. Город мечты. Наша пропавшая Чика где-то в этом здании. И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего. Смотри в оба. Слышишь, Ви? А, кстати... У меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Как насчет небольшой виртуальной разминки? Ну? Давай, хуже не будет. Начнем с курса базовой боевой подготовки. Этот сеанс будет записан и подвергнут оценке. Этот курс разработан для оттачивания основных боевых навыков и тренировки рефлексов. То, чему вы здесь научитесь, поможет вам выживать и даже побеждать на поле боя. Я расскажу вам, как эффективно стрелять, скрытно передвигаться и взламывать локальные сети противника. Мы в Мелитехе. Мелитех шифрует все через жопу. Зато муштровать их там начинают, видимо, с детства. Так, а теперь на позицию, бля! Пошел, пошел, пошел! Сейчас ты выложишься на этом фаш... Сейчас будем проходить курс учебной стрельбы. Ничего сложного, обещаю. Я знала, что у тебя проблем не будет. Может, тогда немного поднимем планку? Что ж, неплохо. Но учти, в реальном мире у мишени... Что ты стоишь? Беги в укрытие! Тебя подбили. Если хочешь выжить, доставай реаниматор. Готов, иди в тренировочную зону. О, смотри, он решил захватить с собой друзей. Ты знаешь, что делать. Очень хорошо, Ви.
Встань на платформу и пойдем дальше. Дальше у нас по списку взлом. Сразу скажу, я кое-что поменяла в учебном материале. Что ж, в этом модуле объясняется, как применять технические средства в боевой обстановке. Господи, на языке мануалов даже хакинг звучит скучно. Попробую аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Торжество формы, блять. Хорошо, теперь устрани его, Патик. Давай, ты сможешь. Попробуй аккуратно хакнуть экран. Охранника. Грёбаные корпораты. Торжество формы, блять. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. Ну все, он твой. Устраняй его. В нашем деле главное не оставлять никаких улик. Особенно человеческих. Подними этого чувака и спрячь куда-нибудь. Так, теперь попробую устранить его за одно движение. Ну что, попробуешь взломать кого-нибудь в реальном времени? Удачи! Погнали! Взрывай гранату.
Надо было просто отключить мозг и выполнить приказ. Прямо как в Мелитехе. Ну, отлично. Алгоритм Мелитеха дал тебе высокие баллы. Есть еще модули, чтобы потренировать другие навыки. Или можно закруглиться, если хочешь. Только учти, на улицах никто не будет тебе подсказывать и прощать ошибки. Ты приглашение ждешь? Так, сначала немного поработаем над твоей скрытностью. В укрытие, быстро. Ну что ж, не так и позорно. Теперь медленно иди к выходу. Тебя не должны заметить. Не высовывайся, Ви. Смотрел Вирты про ниндзя? Стань невидимым. Молодец. В следующую зону. Теперь то же самое, только с камерой. Тренировка не окончена, солдат. Отлично размялись. Встань на... Окей, дальше у нас продвинутые приемы боя. И на этом будем закругляться. Сейчас будешь знакомиться с врагами в рукопашном бою.
Поднимем сложность с низкой до нормальной. Следующий дебил будет блокировать твои удары. Теперь сбросим скорость. Надо будет не бить, а блокировать. Этот дебил теряет точку опоры, когда замахивается. Пользуйся этим. Подходи и бей на опережение. А вот это было хорошо. Ви, этот дебил вообще не должен по тебе попадать. Не подставляйся. Путь дебилов, мой юный ученик. Мне больше нечему тебя научить. Настало время пройти. Теперь перейдем к холодному оружию. Бери меч. Хорошо, теперь покажи, чему ты научился.
смотрю, ты совсем освоился. Удачи, Ви. Ну как? Понравилось? Можем заняться настоящим делом. Я готов. Лифт. Пошли. Цель Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаров. Похоже, ее похитили. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не расхаживаешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. Команда. Как мило. Бак, ты все-таки наша поддержка. Нужна поддержка? Звони по телефону доверия. Номер 1237. Цель должна быть там, но я не вижу ее биомона. Хоть бы она была жива. Ненавижу играть в спасателей. Не тормозите. Ви! Хань, это ты? Надо взломать дверь. Сможешь обойти защиту. Не тормози, Мано. Мы что, опоздали? Ви, глянь, это она. Наша цель. У Сандры Дорсет корпоративный иммунитет второго уровня. Она девочка из высшей лиги. А у этой затотеховские подделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Это не она. Ищем дальше. Ви, не спать. Тут еще пендехос. Убери его по-тихому. Красава, сам бы лучше не сделал. Не дергайся.
Внимание! Новые тела на подходе. Они уже близко. Мясники и пучи. Зашибу нахер! Я пули непробиваемый! Разнесем этих уродов! Тенго утро! Тут еще кто-то есть. Найдите их и разберитесь. Вы же не хотите подставить цель под обстрел? Блядь! Или получить пулю в спину? Как точно вам не хотим. Гавронес! Молодчина! Открой ротик! И это все? Ура! Потом заходим! Игры кончились! Где эта девица? Ищите, должна быть где-то там. Блять, господи боже. Это она. Наша цель. Мы успели? Она жива? Сейчас проверим. Ви, подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. Подключаюсь. Выглядит она дерьмово. Сандра Дорсет. NS570442. Платиновый статус в травме. Платиновый? Бля, к ней по первому чиху должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон. Поменять прошивку, запустить нейровирус. Караху, Тибак! Это тебе не вип-клиника! Тут ванны со льдом и крюки с топорами! Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. Да, есть чип. Сейчас выну. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на бок. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи к месту вашего положения – 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через 3 минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Попроси-то. Вынимай ее из этой херни. Блять! Она уходит! Ви, что у вас там? Не молчи! Только этого не хватало! Джеки, инжектор! Лови, Сэ! Ну, вроде... Вроде помогло. Фуэрэй, Сэ! Выноси ее отсюда! Давай! Выноси ее на балкон. Давай, выноси ее на балкон. Посадка. Запущен протокол системы безопасности. Следуйте указаниям. Встань у входа!
5 шагов назад! Быстро! ДТ-133 центру. Получили пациентку НС-570442. Ввели стимуляторы. Допамин 70 миллиграммов. Норадреналин 110 миллиграммов. Либрин 800 миллиграммов. Все, уходим отсюда. Лифт едет прямо на парковку. Круто. Где бы руки помыть? Так, ухожу из эфира. До скорой встречи. Слушай, Мано, тут вот какое дело. Можно взять твою тачку? У меня свидание с Митей. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсас. Да бери, конечно, Джек. Только сильно не привыкай. Ты прямо мой спаситель, Ви. Что, может, подбросить тебя домой? Ну, давай. Я все равно устал. А, чуть не забыл. Позвони сейчас в Акака. Дай ей знать, что работа сделана. Жива-здорова? Конечно, жива и здорова. Мы же на это и договаривались. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, Уотсон отцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Говорят, копы оцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, Мано. Я поведу.